Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Dead Space 2 на нереальном уровне сложности, не прокачивая X и только с силовым резаком. Прямо сейчас мы отправляемся уничтожать обелиск, который находится в правительственном секторе. Ну, ребят, давайте погнали, я тут закупился, нужно сейчас проверить секундочку, что у меня в инвентаре. Да, патронов достаточно, батареек достаточно и аптечек тоже более чем. Просто играю, ребят, с разрывами и уже забываю, сколько у меня чего лежит. Нам, по идее, же в эту сторону нужно, да, ребят, все верно. Ну-ка. Это где мы находимся? Стыковочная капсула снята с рельсы. Наряд на работу направлен в инженерную службу. Ага, понятно. Элли, у меня тут проблема. Кажется, стыковочная капсула, на которую можно добраться до солнечного кластера, болтается где-то внизу шахты. Превосходно. Не переживай, я могу это исправить. Я только выйду наружу, чтобы осмотреться. Нам же нужно сейчас сначала восстановить питание, да, для того, чтобы вагонетка снова заработала. Да, все окей. Контактные мины. Что у нас тут? Стреляйте по красному наконечнику, ясно. Полетели. Что нам нужно сделать с этим, мне интересно? Отстрелить или что? Давайте попробуем. Нет, это точно не работает. Нужно явно что-то другое. Ну-ка, а что это такое? Нет, с этим ничего, по ходу дела, я сделать не смогу. Нам нужно вниз, хорошо? Там вон еще один ящик, давайте его разобьем. Патрошки не помешают. А вон еще что-то. Так, исчезни. Схема лезвия трубореза. Берем. Вот, раз. Два. Элли, я починил лифт. Направляюсь к коллектору. Как там Стросс? А ты как думаешь? Ты слышишь, что за херню он несет? У него галлюцинация, Элли. Это симптомы болезни. У нас будут проблемы. Их и так предостаточно. Главное, не стойте на месте. Все, все на месте. Теперь можем воспользоваться лифтом. Не знаю, может быть, конечно, я зря потратил патроны, чтобы отодвинуть вон то летающее говно, да, которое было. Но на всякий случай я это сделал, чтобы потом 20 раз не бегать. Так, уже иду, уже иду. Давай, 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 давай. Куда теперь? Сейчас полезут, я вам говорю, ребят, здесь слишком, ну, скажем, такой большой лифт. Мне кажется, сейчас они... Хотя откуда? Вот что интересно. Ух ты, блин. Класс. Не, прикольно, прикольно сделали. А, нет, ребят, полезут, 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 суки. Так, ясно. Ну, да, про стекла что-то я забыл. Откуда? Где вы, уроды? Ну! А, черт, сука, достал.
да ну ты брось! Как так? Тяжко будет, ребят, в этом моменте будет действительно тяжко. Где? Да тварь. О, блин, я думал, запрыгнул, сука. Блин, да что ж такое? Охренеть. Это все? Ну, вроде да. Остановка, солнечный коллектор Сигма-05. Ну, было напряженно. Еще этот вот хрен залетел внутрь. И, блин, я думал, что кто-то залез наоборот. То есть не мертвый, думал. Все норм, ребят, мы пережили это. Ага, там получается баллон со стазисом. Я думаю, его можно будет грамотно использовать. Ясно, я тебя понял, я тебя понял. Наверху нету? Нету, ребята, давайте. Это забираем, это. Схема получена, силовой пистолет. Но мне это не нужно. Так, я прохожу только с резаком. Ну-ка, что у нас здесь имеется? Ага, понял, тебя понял. Ну еще же здесь есть, наверное, да? Нет, вроде нету. Ну все, кажись. Не в эту степь. Да, наверное, все-таки нужно было использовать бал... Твою. Да что ж такое, не видно ни хрена. Я что-то даже не обратил внимания, не услышал звук. Все, давайте дубль 2. Тогда используем баллоны, экономим патроны. Всем. Норм, живем. Патроны. И с той стороны точно так же. Главное не забыть вот про ту хрень, которая находится прямо перед дверью. И получается, где ты? Вот. Все, пошли. Вот это мне не нравится. Добро пожаловать в солнечный коллектор Сигма-05. Вход только по пропускам. Пожалуйста, подождите здесь. Смотритель Говард Филлипс вскоре подойдет. Ага. Конечно. Походу дела он больше не подойдет ко мне. Птички все еще живы. Жалко и как-то. Текстовое сообщение. Личный журнал Говард Филлипс. Я хочу вернуться домой. Анти утверждает, что не получала ответ на мой запрос о переводе, но он был уже 5-й по счету. Как такое может быть? 5 запросов и ни одного ответа. И кто-нибудь вообще получил, прочитал?
Неприятно признавать, но здесь я чувствую себя как никогда одиноким, и это начинает влиять на мой разум. Единственная хорошая новость заключается в том, что мою просьбу о доставке все же решили удовлетворить, и они прибудут уже сегодня вечером, как заверяет Анти. Но я уже не верю всему, что она мне говорит. Я ждал этого так долго, что теперь не могу избавиться от сомнений, что они действительно позволят привезти сюда своих птичек. Время покажет, вернее, сегодняшний вечер покажет. Ну, птичек-то ему перевезти разрешили, да? Но это тебя не спасло, друг мой. У нас здесь есть магазины и много всякой дряни. Внимательно осматриваемся. Есть еще что-нибудь? Да вроде нету. Магазинчик. Тут у нас что? Патроны. Давайте глянем, что у нас есть. Патронов более чем достаточно, батареек тоже. Сейчас нужно только другие патроны продать. Больше ничего я брать не буду, пускай останутся денежки для того, чтобы я потом, возможно, купил себе новый костюм. Продаем. Ну, одна. Да пускай будет. Пускай будет. Сохраняемся обязательно. Ага, я тебя понял. Сейчас нужно поднести его труп для сканирования. Понятно, все ясно. Пойдем возьмем тело. Я надеюсь, это сработает. Там наверху, кстати, дверь закрытая на силовой узел. Идентификатор X распознан. Приветствую вас, стационарный смотритель Говард Филлипс. Надеюсь, вы хорошо выспались. Ой. Охренеть! Вот этого я никак не ожидал, ребята. Вообще никак не ожидал. Ладно, с телом нужно идти дальше по коридору. Я понял, понял. Все нормально, нет? Я могу же здесь ходить теперь? А без головы его определят? Обнаружен посетитель без допуска. Активирована система автоматической защиты. А, то есть так нельзя, да? То есть нужно сдалека это все дело активировать. Я понял, ладно, давайте пробовать. Странно, почему они... Ну, наверное, может быть, потому что я ему голову отломал. Хотя я не уверен в этом. Мне кажется, так и запланировано, да? Что так и будет в итоге. Хорошо, давайте тогда издалека просто кинем его тело. И все будет норм. Сейчас мы просто сразу вот так вот сделаем. Берем и кидаем его вперед. Пошли. Все, норм, живем, ребята. А, то есть там, получается, спалили меня до второго. Его система определила, а меня нет. Поэтому она затребовала. На, получай своей же головой, сука. Что у нас здесь имеется? Ну, мне кажется, тут, наверное, есть окно, да, которое можно взорвать в случае чего, если полезет куча противников. О, черт. А, нет, 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 да что ж такое, промазал. Здесь нужно быть аккуратней. Капец, сколько раз уже за эту серию умер? Достаточно много, да? Ладно, давайте посмотрим. Так, давай еще раз, точно так же. Голову отломали. И еще что-нибудь по руке, все. Замечательно, все просто здорово. Хорошо, хоть чекпоинт рядом. Давайте думать, как можно все это дело обмануть. Ну-ка, если я тебя кину вперед. А, подожди, стоять. Нет, ничего не работает.
То есть в любом случае, если я туда захожу, то сразу срабатывает система безопасности, да? Включена система противодействия персоналу. Но я мог выбежать, кстати. Все, норм. Живем. Но... О, черт. О-оу. Так, сюда. Кстати, да, пускай его тело лежит, потому что туда будет врагов в случае чего выманить и взорвать эту хрень. Патроны сэкономлю. И... Патрошки. Текстовое сообщение очередное. Я пытаюсь держаться от интерфейсов Анти так далеко, как только возможно. Не хочу более слышать ее оправдание насчет проблем с доставкой моего груза. Всякий раз, когда я спрашиваю о нем, она начинает нести какую-то синтезированную чушь. 23 запроса. Я отправил 23 запроса и не получил ответа ни на один из них. Я знаю, она лжет. Она никуда их не отправила. Впрочем, я ей все-таки показал. В обеденное время я выпустил из клеток всех своих птиц, и они летали вокруг, свободные и счастливые. Это было прекрасно. Как бы я хотел быть одной из них. Анти прочитала мне лекцию о правилах проживания и намекнула на ненормальность моего поведения. А плевать, я танцевал с птицами весь день. Я люблю своих птичек, и я хочу домой. Давайте, что у нас тут? Вот, раз. Внимание у смотрителя Говарда Филлипса. Зарегистрирована попытка незаконного доступа к подъемнику. Пожалуйста, примите меры. Ну да, конечно. Так он тебе и ответит без головы-то. Ну эти суки, конечно, стали безумно резкими. Еще может кто-нибудь хочет? Руки нахер. Все? Ну вроде да, пошли. Вот этого не надо, друг мой. Но он сейчас сюда вылезет, я вам говорю. Давай, иди сюда, мразь. Так, еще одна тварь. Скорее всего, сейчас появится где-то наверху справа. Кларк, я знаю, что ты там. Хочу, чтобы ты понял. Даже если ты сумеешь восстановить подачу питания, тебе не сбежать. Мы перекрыли все доступы в правительственный сектор. Сдавайся, Кларк. Да, блин. Что-то еще здесь есть явно. Сохранение очередное. Мне нужно сюда. Там, кстати, смотрите. Ящики. Ага. 10 раз. Там вон еще что-то лежит. Патроны. О, это подойдет, я думаю, да? Нужно быть аккуратнее. Здесь просто куча ловушек. Если где-то ништяки лежат, это значит, что... Нужно быть готовым к тому, что там ловушка. А, черт, ну здесь явно что-то сейчас будет, поэтому давайте, наверное, я с собой тело возьму, чтобы можно было его кидать. Не, лучше давайте эту хрень, она дальше летит, она легче. Отключение системы жизнеобеспечения. Ну, конечно же, блин. Говнище ты. О, черт. Курица. Курица, иди в задницу.
Ах ты ж твою! Черт, ну со здоровьем, конечно, беда. А, не, норм, норм, норм. Там еще же аптечки у меня были. Только сейчас, по-моему, их уже не осталось. Нужно проверить будет. Смотрим. Да, аптечки еще есть. Вон там еще шкафчик. Тихо. Да, блин, пугает меня эта хрень. Я просто боюсь, что сейчас лазеры появятся. Посетитель без допуска. Главный сервер. Угу. Компьютер. Говорит директор Тейдман. Немедленно отключить все функции солнечного кластера. Блокировка системы запущена. А, напугали. Блокировка системы завершена. Мне жаль, Кларк. Знаю, чего ты добиваешься, но я не могу тебе этого позволить. Слишком многое поставлено на кон. Тут, видимо, что-то нужно активировать или вытащить, какую-то хрень, да? И с той, и с другой стороны. Да. Попытка незаконного получения доступа к главному серверу является нарушением гражданского кодекса станции Титан. Поместите панели на места и отойдите от реле. Подожди, а где вторая была? Черный! Сука! Получай, негодяй! Нужно еще в правильном порядке, охренеть. Вон. Наверное, это сюда. Да, и последний. Давай сюда. Что еще за херня? Внимание! Электрозащита главного компьютера отключена. Соблюдайте осторожность. Понял. Теперь нужно точно так же сделать с другой стороны, верно ведь? Внимание! Вы нарушили множество статей Гражданского кодекса станции Титан. Немедленно отойдите от техники. Ага, мелочь. Все, погнали. Так, это, наверное, сюда, у меня такое ощущение. Почему-то не знаю. Это, наверное, выше в таком случае, да. И это вот сюда. Да что за дерьмо? Да что такое? Не понял я юмора. Ладно, вот, теперь сюда, понятно. Теперь все, по идее, дверь должна открыться. Содержимое главного сервера под угрозой. Служба безопасности оповещена. Это что такое было? Вообще теперь все закрылось. Ну круто, чё. Сука! Напугали! Вы чё, блин? Цепи питания командного центра крайне уязвимы. Пожалуйста, отойдите. Повреждения цепей питания приведут к сбоям в работе программы. В целях безопасности отойдите на шаг назад. Урод, блин.
Напугали меня, орут капец просто. Все, аптечек больше нету. Что меня печалит. Тут что-то нужно сделать, это, видимо, отстрелить надо, да? Ну, чтобы аптечку дал. Еще что-нибудь? Автоматические функции отключены. Станция полностью переведена в режим ручного управления. Антиотключена. Пошли отсюда. Ну да что это такое? Отпусти! Блять! Замечательно просто. Элли, я сейчас иду к зеркалам. Придется перенастраивать их вручную. Как там Стросс? Сам посмотри. Нет, нет! Умоляю, не нужно больше иголок. Вы должны выпустить меня. Я не могу дышать. Стросс, что с тобой? Элли, он ждет меня. Это что еще за дерьмо? А, понял. Стоять. Нужно быть очень аккуратным. А, аптечка, аптечка. Ах ты ж, сука, да ты достал, иди нафиг отсюда. Ну тут, получается, это плюющее говно, ребят. Вот она. И с этой стороны, скорее всего. Тут еще есть? Нет, все. Давайте сваливать отсюда. А то, мне кажется, там мелочь будет бесконечно лезть. О, замечательно. Наши старые знакомые. А, да, откуда ж, блин, да не было там его. Но это еще не все, ребят, вон мелочь поперла. От говна. Я не могу погибнуть. Стоять! Тут это еще мелочь. Да, сука! Теперь мелочь раскидываем. Давай, поехали. Два... Все, теперь они все мертвы, но здесь еще быстрые должны быть эти вот уроды. Что у нас тут? Я надеюсь, никто на меня не выпрыгнет, пока я буду открывать дверь. Здесь силовым узлом мы сейчас все откроем. Ага. Стоять! Ой.
Еще одно текстовое сообщение. Они ненавидят меня, они все меня ненавидят. Я постоянно вижу их. Они сидят на жердочках, наблюдая. Даже Анти. Она ждет, когда же старый Говард Филлипс окончательно слетит с катушек и выкинет что-то наподобие того случая, когда я выпустил всех птиц из клеток, нарушая все правила и законы. Что же, я покажу им, что такое безумие. Я покажу, на что готов пойти, лишь бы выбраться отсюда. Им придется прислать сюда кого-нибудь, чтобы убрать всю эту кровь. Конечно, после этого они придумают новое правило, но я нарушу его. Пойду прилягу, что-то я себя неважно чувствую. Силовой резак. Ну, это все фигня, конечно. Лучше бы костюм новый дали. А это мне что-то не нравится. Не, нормально, все нормально. Как тебе это удается? Как удается держать все это внутри себя, не дрогнув от боли ни единой мышцы лица? Никто так и не узнает, какую вину ты в себе несешь. Никто никогда не узнает, какие ужасные мысли у тебя в голове. Здесь я ничего не могу сделать. Сейчас будем настраивать солнечные кластеры, да? Как я понимаю. Угу. Что теперь? Вход в зону нулевой гравитации. Элли, я снаружи. Кажется, два зеркала повернуты не в ту сторону. Как он там? Перестал лихорадочно дышать, но я не уверена, что это надолго. Так и знала, что он лишь задержит меня. Если Строс погибнет, все планы по уничтожению обелиска пойдут под откос. Так что присматривай за ним и доберись до той панели. Так, Элли, одно готово. Как там у вас дела? Пытаюсь открыть кожух. Строс, мне бы не помешала твоя помощь. Он убьет меня. Я слишком слаб. Я обещаю, что защищу тебя. Обещаю. Просто подойди и помоги мне. Не пойму, там что-то накрыло коллектор? Господи, да их тут тысячи! Они разбегаются! Элли, убирайся оттуда! О, господи, они направляются сюда! Беги, Строс, беги! Элли! Элли, ответь! Элли! Вот дерьмо! Охренеть. Ладно, давай сейчас быстренько настроим это зеркало. И пойдем им помогать. И что теперь нужно делать? Вот дерьмо, Айзек! Элли! Элли, вы там целы? Как только мы добрались до соединительной трубы, они напали на нас. Айзек, эти твари двигаются к транспортному терминалу. Они уничтожают все на своем пути. Вот, блин, они нас отрежут. Беги к терминалу. Постараюсь добраться до вас как можно скорее. Понял. Так, мне нужно, наверное, восстановить немного кислорода, правильно? Все. Вот это вот я забираю. И мне получается, куда нужно? Туда куда-то. Ладно, пошли. Прямо и потом... Ну, короче, сюда, по сути. Вот. И вот туда. Не понял юмора. А, все, въехал. Да давай же, блин. Вот, отлично. Выход из зоны невесомости. Элли, ответь! Айзек, нужно рвать когти к правительственному сектору, пока нас не отрезали. Тебе не успеть! Я успею, успею!
И что теперь? Чё-то не нравится мне эта идея, Айзек. О, черт. Я нихера не вижу. Ну, поехали еще раз. Направо сначала. Потом налево. Тяжело, просто, блин, еще вертикальная синхронизация отключена. Картинка еще и рвется, помимо всего прочего. Теперь здесь что надо делать? Какая здесь дырка есть где-нибудь? Да, вот. Ох, сейчас будет весело. Айзек просто крут. Что нас здесь ждет интересного? Ну, много дают припасов, скорее всего, сейчас будет большое мочилово. Элли, вы где? Снаружи, скорее! Понял тебя, сейчас буду. Надо все лишнее продать, купить патронов и аптечек. Угу. Ну и покупаем патронов на 15 тысяч аптечек. Две аптечки. Все, пошли. Здесь, думаю, стоит сохраниться все-таки. Я снова вернулся сюда, ясно. Айзек, сюда! Вагонетки здесь! Вот черт! Беги! Нужно идти к фабрике! Ты сумеешь открыть дверь к ней? Ты с ума сошел? Я едва унесла ноги оттуда. Там этой мерзостью все просто кишит. Выбора нет, двигай. Дерьмо. Нам куда? Нам фиг знает куда. Да, пошли в задницу. Айзек, я пробую открыть дверь СС на твоем уровне. Может, ты пошустрее там, э? Хренов кусок дерьма. Я ввожу свои коды, но они не работают. Поторопись. Да говно. Стоять. Да черт тебя. Да сука, да пипец. Я даже не успел среагировать. Ну что ж такое? Так, ребята, у меня в этом моменте дико бомбануло. Я должен немного объяснить, что же произошло, так как там в оригинале мата было просто невероятное какое-то количество. Итак, суть в том, что вот в данной комнате, в данной ситуации невозможно не пропустить ни одного удара. Здесь невозможно выработать какую-то линию поведения для того, чтобы всех одолеть с минимальными потерями. Что происходит, так как это безвоздушное пространство, и здесь шагов не слышно, и не слышно, когда враг выпрыгивает из вентиляционной шахты, ты не понимаешь, где они все находятся, они постоянно в разных местах. И как можно убить того, кого ты не видишь и не слышишь, вот в чем главный вопрос. И ты частенько из-за этого погибаешь, ты не понимаешь, где они, откуда они лезут. Вот ты видишь противника спереди, да? А там, может быть, сзади уже два к тебе крадутся, но ты этого не слышишь. И так постоянно происходит в этом идиотском совершенно моменте. Всегда до этого можно было выработать линию поведения и как-то среагировать. То есть ты пару раз умер, да, ты понял, что вот здесь нужно действовать вот так, а вот здесь вот так. Тут же такого
сделать нельзя. Враги повсюду просто. И их не слышно. Как вы видите, эти вот прыгающие, да, вот которые вот эти вот на двух руках ползают, они очень резкие, они очень быстрые, стоит его не заметить, и все, и считайте, вы потеряли ХП. Понятное дело, если здоровье прокачивать, здесь было бы немного проще, но, как видите, меня не убивают с одного удара, то есть я могу пропускать, а потом еще момент есть подлечиться, да, в случае чего. Но если, допустим, это один враг на тебя напал, а если два или три там где-то сзади, да, и ты их не видишь. И эта ситуация безумно странная. Очень здесь непонятно, как действовать, и от этого у меня жутко разорвало пукан, ребят. Я вырезал большую часть, само собой, да, чтобы вас уже не парить, показал там момент, что я постоянно дох. Здесь я просидел полчаса, то есть меня этот момент истощил полностью. Вот такие вот пироги, продолжаем. Все открыло! Айзек, сматывайся оттуда! Элли, вы там целые? Вот дерьмо, Айзек. Пиздец. Спокойней, все нормально. Нет, не нормально. Только этим утром я наступила на смену с бригадой в 30 человек. На этом самом месте. И тут на нас напали. Я глазом не успела моргнуть, как они все превратились в это... этих... Мне пришлось резать на части своих друзей, чтобы самой сбежать. Уверена, там повсюду валяются их ошметки. Элли, я понимаю. Мне очень жаль. И вот я тут опять. Прошлась по ебаному кругу, как цирковая лошадь. Мы пройдем через это. Давай подумаем, как можно встретиться. Верно. В центральной части фабрики есть терминал. Скидываю координаты. Капец, эта глава еще не... А, она вот как раз окончена. Итак, ребята, мы продолжаем. Я тут на монтаже заметил, что на том моменте предыдущем я застрял слишком надолго, поэтому серия вышла слишком уж короткой, так как я тот момент обрезал. Там было слишком много флейма. Я также допишу небольшую объясняночку, что конкретно меня там подорвало, так как в оригинале, скажем так, там было слишком много мата, скажу сразу. То есть я... не способен был нормально объяснить тот или иной момент, поэтому я это уже допишу после, да, и четко объясню, что же там такого произошло и почему было так дико сложно. Там действительно недостаток вот того момента, вы, наверное, это уже услышали и все поняли, поэтому, в общем-то, давайте без лишних слов продолжим. Еще где-то примерно 10 минут я допишу. Что хотелось бы сейчас сказать, как вы заметили, у меня здоровье немножко побольше стало, я потратил последний кредит для того, чтобы купить себе... аптечки, у меня всего было 4000, ребята. Я купил 2 аптечки, и вот столько здоровья я восстановил. Что у меня по патронам? Как видите, не очень много. И аптечек у меня нет теперь совершенно. Поэтому с этого момента нужно начинать играть безумно осторожно. Нужно все вообще лутать, искать кредиты, иначе я просто не пройду игру, ребят. Давайте глянем, что у нас здесь имеется. Смотрите, кредиты 300 всего лишь, и какой-то текстовый аудиожурнал даже. Всем командам, это Калеб, ксеногеолог из первой смены Лэнгфорд. В комплексе засела какая-то тварь. Мы потеряли 3 из нашей команды и не можем связаться с 4 сменой. Вот и транспорт. Всем глядеть в оба. Тут тоже могут быть эти твари. Мы бросаем вахту и направляемся обратно наверх. Всем остальным приказываю делать то же самое. Калеб, они идут сюда. Стреляй, стреляй же! Что самое забавное, это первое аудиосообщение за всю игру, которое я нашел. Обычно же были только текстовые.
Интересный поворот событий. Что это место мне совсем не нравится? Подожди-ка, здесь силовой узел очередной. И что еще здесь? Патроны. Это здорово, это просто замечательно. Давай. Я уже кого-то слышу. Это что такое было? Аптечка. Так, давайте-ка аккуратно. О, есть, отлично. Еще и дверь. Ну, скорее всего, как только я выйду отсюда, кто-нибудь нападет, ребят, я вам говорю. Это стандартная тема. Аптечка. Что такое? Какая-то тревожная музыка играет. Не, может, не надо, не? Силовой узел очередной. Еще один силовой узел. Ух ты! Классический костюм. Забираем. Рубиновый полупроводник. Вот, блин, сзади, 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 сука! Ох, черт! Стоять! Охренеть! Вот это капец, конечно! Вот все время такая фигня, блин! Всегда. Очень опасно заходить в такие двери, ребята. Особенно сейчас. Но зато там было два силовых узла, ребята. Это того стоило все-таки. Я качну тогда силовой плазменный резак. И, блин, ну, в дальнейшем буду здоровье больше сносить. Тем самым буду экономить патроны. Снайперские заряды, которые мне не нужны совершенно. Дайте мне лучше патроны на резак-то. Едить колотить! Черт, что я делаю? А, черт, сука! А, блин, да ну ты брось! Охренеть, вот я не слышал его, что они как ниндзя подкрадываются? Все. Ничего не потерял я в этот раз. Что у нас тут? Аудиожурнал очередной. Что-то много их начали кидать. Соренсен, прием. Это Калиб из первой смены. Парни, вам лучше двигаться прямо за нами. Мы тут уже немало накрошили этих тварей. Калиб, идем. Они опять полезли, я вижу их. Все, выдвигаемся. Пошли, пошли. А, ну да, конечно же. Мелочь-то, да, которая с клешнями. Все трещит по швам, Айзек. И через трещины просачиваются воспоминания. И как только они просочатся, я буду ждать тебя. Да уж, конечно, озвучки для этой части будет очень много. Постараюсь успеть, конечно, сегодня закончить. Что у нас здесь? Очередной силовой узел. Ага. Вот видите, когда припасов стало мало, я стал более внимательным. Ку-ку? Да не надо, может быть, нет? Вот, все нормально, все хорошо, все замечательно. Мне сюда. Айзек, сюда! Проклятие, дверь заблокирована. Все, кто там был, скорее всего, погибли. Ты сможешь открыть дверь оттуда? Нет, цепи питания сгорели. Видимо, тем, кто здесь был, пришлось взорвать панель, чтобы не дать тварям пробраться внутрь. Должен же быть другой путь. Пробраться сюда можно только через перерабатывающий комплекс. Он, правда, не рассчитан на пребывание людей там. Но я попробую отключить его отсюда. Ладно, действуй. Подтверждение отключения. Некоторые системы могут саморегулироваться без предупреждения.
Шаги. Она хочет, чтобы я следовал шагам. Возьми себя в руки, Строс. Я скоро буду. Так, понятно. Ребят, здесь уже сейф. Я думаю, что в ближайшее время его уже не будет. Поэтому давайте пока что на этом и закончим. В общем, спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам серия понравилась. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать. Даже подписываться на канал, на Google Plus и Twitter. Там находится информация и новости канала. Даже подписывайтесь на Twitch. Там проходит трансляция. На дополнительный канал там выкладываются записи трансляции, если вы пропустили. В общем-то, на сегодня все. Ребята, давайте. Всем пока. Скоро будет мой любимый момент во второй части.